этим весенним утром в ресторан города Н со стороны Ачхой-Мартана вошел юноша в желтых ботинках. Носков под ботинками не было. Не было у юноши ни бумажника, ни итальянского пиджака последней коллекции. Вместо верту он жевал яблоко. Напоминаю, юноша шел со стороны Ачхой-Мартана. Вдохнув свежего воздуха, великий комбинатор Ислам удобно расположился на стуле. Добрый день, что будем заказывать? От мертвого осла уши! Сходу пошутил кавказский комбинатор. Отличный выбор! Отшутился официант. Повар этого ресторана юмора не понимал. Милейший, сколько стоит черепаший суп? $100. Отлично, принесите мне обычной воды из-под крана. В Москве воду из-под крана? Да в ней же все что угодно может быть. Я на это и рассчитываю. Вдруг там суп? Снова пошутил веселый комбинатор. Ну тогда с вас $200. В смысле? А вдруг там еще и лангусты с тмином? Держал марку официант. А знаете что? Пока не знаю, но вся надежда на вас. Принесите мне дорогой коньяк. Одну минуточку. Вы что его с собой носите? Конечно, это же дорогой коньяк. 3500. Денег у бедного комбинатора, естественно, не было, но, к счастью, он был интроверт. Знаете, что такое интроверт? Справка из Википедии. Спасибо. Подожди, интроверт – это никогда не унывающий человек. А-а-а. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что на... Да все, 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 я просто покурить хотел выйти. Молодой человек, послушайте, вы платить собираетесь? А что, отец, директор в вашем заведении есть? Есть. То есть места уже заняты, да? Да. Позовите. Секунду. Этой фразой Ислам выиграл 10 секунд для того, чтобы найти выход из ситуации. Без тебя, без тебя, эй, все ненужным стало сразу без тебя. Но потратил свои 10 секунд он очень глупо. Где директор? В эту минуту в зале появился директор, чтобы вживую посмотреть на этого идиота. Что вас интересует? Принесите мне книгу жалоб. И директор тут же отправился за книгой жалоб, что дало Исламу еще 10 секунд. Без тебя, без тебя, эй, все ненужным стало сразу без тебя. И тут в ресторан вошел юноша в кожаной куртке. По-чеченски? По-чеченски. 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 Эй, по-чеченски. Говорят по-чеченски. Где бабки на шахматный турнир? Ты что думал, уехал в город Н, и я тебя не найду? Не, ну я же не идиот. Конечно, я так думал. Со мной на улице 20 спортсменов, тебе конец. Да хоть 21. Идите все сюда, я вас всех размажу. Ислам знал, что по правилам стема на сцене не может находиться больше 3 человек. Поэтому наглел с каждой секундой. Вы двое лысых. Да-да, вы, что вы там стоите? Тоже идите сюда. Хорошо, после стема увидимся. До окончания стема оставалась минута. Минута? Это же целых 6 раз по... Без тебя, без тебя. Все ненужным стало. Мы решили не дожидаться конца стема, так что, громила, выходи! Стойте, я вспомнил. Я забыл выключить дома утюг. Можно я пойду, а? Что? Утюг? Конечно, беги скорее, вдруг дом сгорит. Спасибо. Потому что дом для мужчины – это самое святое. Когда все, покидаем... выключил, поехали! Не, ну не дурак. В эту минуту раздался страшный скрежет. Это переворачивались Ильф и Петров. Вот он! Кто вот это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал с великим произведением? Я не понимаю, о чем вы говорите. И вообще книгу читал? Какую? Да судя по тому, что здесь происходит, любую. Ислам не знал, что ответить великим писателям. Но, к его счастью, до конца стема оставалось ровно 10 секунд. Без тебя,